Всем привет! Сегодня мы будем проводить целых 24 часа в самом необычном отеле вообще в мире. Это двухэтажный лондонский автобус. Еще и зеленый, это тоже необычно. Кто смотрел наши прошлые видео, как мы сюда едем, узнает, откуда мы взяли эти продукты. Ханя вода. Добро пожаловать в Корею. Много не набираем, потому что мы едем в отель всего-навсего на одни сутки. Да. Да. А кто не смотрел, мы сейчас вам немножко быстренько покажем вообще наш обалденный отель. Да. У нас тут есть даже туалет. Кухня, туалет. Кстати, туалет самый необычный. Что здесь? Это место водителя. Вместо водителя у нас там туалет. У нас тут даже есть душ, есть гостиная, есть кухня с холодильником, со всеми нужными вещами. Я даже вот нашел, в прошлом видео не показывал, все, что нужно в автобусе. Посмотрите, чашки, ложки, тарелки, короче, все, что надо. У нас куча мест, где можно готовить, где можно греться. Вот тут душ. О! Покажи. Даже есть душ небольшой. Ну такой красивый. Он достаточно большой. Обалденная гостиная, зона. Здесь мы будем чилить, смотреть фильмы, играть в игры. И солить. Много мест на улице, где поиграть можно в теннис, какие-то еще ракетки. Просто посидеть, почилить. Посмотреть на лошадей. Как собралась их кормить вообще. Да. А наверху мы будем спать. Yes. Я все вот это место забираю себе. Нормально. Вот. Давай мы сразу разложим продукты, а потом определимся, кто где будет жить. Окей, вот тут, я первая. Вот тут у меня Орео. Вот тут непонятная какая-то картошка. Да. Курин крекер. А, это какие-то миндальные штучки. Я не сильно люблю орешки. У меня есть рамен. Нормально, Катя затарилась. Потом все остальное у меня фиолетовое и розовое. Маршмеллоу виноградное. Потом у меня эти палочки вкусные, клубничные. Потом у тебя не сильно много? Нет, палочки еще одни клубничные. Потом у меня личи-желе. Потом у меня есть такой виноградный дрейф. И куча разных напитков. Нет, микрофон! Вот мы будем знать, чем заниматься. Потом... Катя будет петь нам концерт устраивать. И последний алоэвера. Виноград. Сколько у тебя вещей? О, нет. У меня есть еще вот это. Виноград. Тоже виноград. А у меня все полезное. У меня из самого вредного это вот такие морские всякие водоросли сушеные. Но они не очень вредные, они хорошие. И дальше вся супер полезная. Макс это называет яблогруша. А вообще это какая-то японская груша. Кокосик. Как напиток. Чай, кофе тут мы уже имеем свой. Вот, пожалуйста, дынька, яблочко и блэкбери. Как это? Ежевика. Все органик. Мы же на природе отдыхаем. Все должно быть очень соответствовать. А не химию всякую есть. Пап. Можно все вот это за 5 пячек. Все вот это я не отдаю. Поделимся. Половин вот этого за все вот эти миндальные штучки. Нет. Ты была тоже в магазине, могла себе взять. Так, у меня есть эти cheese-covered сырные штучки. Это потом рамен. Ага, вы любите рамен. Потом ночи. О, вот это вкусно. Это надо срочно в холодильник. А у нас есть тут холодильник. Yes. И потом... Грейп. Виноград опять. У нас дети любители виноградных напитков. И потом огромные донатсы. Это донатсы? Yes. Это донатс-форум. Можно я гляну? Твист донатс. Вау, я не обратил внимания, я думал, это булочки какие-то. Я сейчас поставлю эти мочи в холодильник и могу лечь полежать. Да, можем отдыхать. А я поставлю мои вот это, мне кажется, должно быть. Так. Этот холодильник? А где тут холодильник, реально? Внизу. Так. Охлаждайся, потом вернусь тебе. А это мне надо в холодильник. Желейки и мои дринки. Так, давай ее сюда, в дверца. Будет все organized, very organized. Супер organized. Готово? Ня-ня. А теперь идем делить места. Моя большая кровать. А я черт тут. А Макс где? А Макс, похоже, уже мою кровать занял, что ли? Макс, давай по-честному делиться.
Макс, ну совесть имей, это моя кровать. Нет, пока. Тут диваны такие удобные. Ну ладно, давай днем мы можем проваляться вместе здесь, но ночью давай пойдешь на свою. Там есть у вас отдельные детские кровати. А мне что, нравится? По-современному розеточки с USB-зарядочками, чтобы мы все имели где зарядиться. А как, кстати, посмотрите на вот это. Тут есть маленькие такие штучки. Что это? Еще кровать? Мне кажется, вот сюда ставить, чтобы я не знаю. Я понял. Это чтобы ваши кровати превращать в диваны, и чтобы днем можно было тусить здесь. Mm-hmm. Это кресло настоящее автобусное, прикинь. Когда-то это было автобусное кресло. А сейчас вы на нем будете спать. Так дайте тишину, я отдыхаю. Мы приехали сюда на 24 часа. Отдыхать. Так, скучно тут у вас как-то. Я пойду к себе позанимаюсь. Уроки будешь делать? Нет, найду что-то поделать. Ну, иди делай. А я полежу, ой, на лошадок посмотрю. Кстати, а где лошадки? Были ж только что. А, наверное, отдыхать ушли, спрятались. Они ж тоже тут на отдыхе. О, хорошо. Мальчики! Да. Идите ко мне, я что-то тут очень крутое нашла. Интересно, что она там нашла. Да. Идем посмотрим. Я первый. Идите сюда. Показывай. Смотрите, всякие игры. Тут Дженга. Ага, okay. Это круто. Вот тут Guess Who, Макс, ты любишь это? О, oh, еее. Yeah. Тут есть шахматы. Отлично. Лоянки. Лиянки. В общем, мы здесь скучать точно не будем. Да. Монополи. Еще в деревянной коробке в такой. Да, какая-то старая. Монополи. Смотрите, давай посмотрим. Вот это, мне кажется, карта. Ага. Интересно, что там? Сейчас высыпем. Так, так, так. Может, надо подцепить чем? Не-не-не. Вот-вот-вот. Все. Вот. Это мама. Ага. Это старинная какая-то монополия. Давай дадим карту, карту. Это домики, а это отели. Вот идите на карточку. Сколько ей лет? Тут не написано. Вау. Из 1930-х эта игра. 30-х? Ну, я не знаю, или именно это, но вообще игра оттуда. Давай сыграем. Окей, давай. Мне не сейчас такой странный. Ой, давайте так, мы пока все презентовали, пока отдохнули немножко, уже и время обедать. Давай, может, мы пообедаем, а потом будет и монополи, и все, что хотите. Это сделано в 19:30 в Джермантаун, Пенсильвания. What? Пенсильвания, okay. Да? Да, давай поедим, а? А я вообще хочу поиграть в теннис. А я хочу, чтобы вы освободили мою комнату. Ешьте у себя. Нормально. А ко мне на монополи придете. Давай, киш-киш. Нормально. Я тогда пойду на улицу. Я тоже. Поиграешь со мной в теннис. После еды. Okay. Ух ты какая. Такой большой стол, а она нас выгнала на улицу. Ну и ладно, мы здесь на свежем воздухе посидим. Ой. Даже на свежем воздухе аппетит лучше. О. А я тогда у себя за столом посижу. Ладно, пока. О, он свои донатсы оставил. Ну ладно, у меня есть свое. Вот сейчас и поедем. Я возьму себе ромен. Монополи. Отодвинем и нагреем мои макарончики. Ну что, как вам там на природе? Изумительно. А подумаешь, изумительно. Вот у меня изумительно. Макароны мега вкусные. Сейчас я попробую. Я немножко вот этого, потому что оно мега спайси. Немножко просто. Достаточно. Все там в автобусе о том жарится. На природе вот надо перекусить яблочком. Не хочешь яблочко? Я не сильно голодный. Пару штучек щепну и можно поиграть в теннис. Камон. Теннис? Я тоже хочу в теннис. В теннис играют только вдвое, поэтому нет мест у нас. Мы поиграем в теннис, а потом придем с тобой в монополи играть. Ладно, как раз съем макароны и потом поиграем в монополи. Хорошо. Мне надо вилочки. Ложечку. Идем мешать. Вы еще сидите? Давайте играть в теннис. Я хочу в монополи играть. А, ну ладно, идем. Как раз у нас есть минут 20 поиграть. Возьмем ракетки сейчас. Пойдем.
Так, подвиньтесь, надо его взять. Надо ракетки взять. Так, какие? Эти? На это лучше. Давайте эти. Давай. И шарики. Пошли. А я иду есть. Давай сядем тут. О, а вот уже и играют. Приятного мне аппетита. Класс. Такие длинные. Очень вкусно. Мне кажется, больше специй. Хорошо. О! Как-то эта игра сильно детская. Давай поиграем в нормальный теннис. Да, кстати, поддерживаю. Это так, не очень интересное. Что там? Еще играют? Мы уже одну игру поиграли, идем в теннис играть. Да. Как твои макарошки пахнут. Ладно, я сегодня на детоксе. А я доедаю уже. Готова скоро монополи играть. Но место реально бомбическое. Мне очень нравится. Ага, хоть перед школой отдохнем классно на свежем воздухе. Да. Ау! Поела, пора играть. Мальчики, мальчики, идите играть в монополи. Отглухие. Ну что, идем поиграем в монополи? Давай. Как, мы готовы? Ну что, где там наш монополи? Мы готовы играть? Yes. Потому что мы чемпионы. Я черт тут. Возле моих донатсов. О, я не тут, а я вот там, в уголке. Окей. Okay. Там мои вкусняшки. А я тогда здесь, посередине. Тут наклонено. Хорошо. Круто. О, даже круто. Смотри, у меня самое крутое место. Пап, я так вкусно поела. Немножко спасибо. Очень вкусно. Вы хотите у меня картошечек? Ну, миндалей каких-то. Я не знаю, что это за орех. Давай попробуем. А я могу с вами донатами поделиться. Хорошо, что они большие. Ой, а я могу за вами супчик подоедать. Остренький. Это мне на ужин. Это мне на ужин, папа. А, сори. Ладно, точно буду продолжать быть на детоксе. Сейчас монополи, картиночка. Где я открыла? Инструкция, кто не знает. Подожди, шахматы можно уже спрятать. А я открыл монополи. Кто банкир? Я банкир. Окей, вот. Папа, нюхай. Ничем не пахнет вообще. Один для тебя. О, о, папа, попробуй. Надеюсь, оно съедобное. Даже сладкое. Это кукурузные палочки. What? Это как кукуруза. Это Korean cracker, да? Бисквит. Очень вкусно. И теперь на этой прекрасной ноте я открываю свою донатсы. Кать, а давай начинать игру. Раздавай деньги. Что там? Фишки. Сколько кому? А чур я собакой. Не, я выбила собака. Я поезд. А кто туфлёй будет? Никто не захотел быть туфлёй. А можно твои вот эти крекеры посередине поставить, чтобы мы вот так вот немножко вот так вот чилили? Я, если что, не буду есть. Мне понравилось. А что там донатсы пахнут? Вкусно? Сейчас, я еще не пробовала. Я буду шаг. А кусочек такой небольшой, маленький, дашь мне? Вот, пожалуйста, маленький. Ну, я думал, немножко побольше будет. Ну и на том спасибо. Максим, 5 единичек всем? 5? 5 единичек? Макс, 5 единичек всем. Ага. Бери. 5 единичек? Yeah. Одна пятерка, две десятки, две двадцатки. Uh-huh. Одна. A few minutes later. Yeah! Я выиграл! Я миллионер! Я, конечно, не миллионер, но поиграли интересно, весело было. А я вообще обанкротилась. А вы знаете, что мы до вечера вообще заигрались как-то совсем? Пора бы уже готовиться ко сну. Так, я иду быстренько в душ. И занимаю большую кровать. Чур большую кровать не занимать. Окей, круто. Ладно. А я буду спать там, на диванах. А я буду спать наверху. Но прежде поужинаю. Так, где мой рамен? Он идет со мной на второй этаж. Ты что, есть надо? На кухне. А у меня там столик есть. Катя, спокойной ночи. Спокойной ночи? Неужто сильно и темно на улице? А, немножко темно уже встает. Так, где мне разместиться? О,
Вот тут очень длинно. Шторки надо задвинуть. Прям. И тут, мне кажется, тоже можно. Тут тоже, конечно же, надо. И тут... О, вот тут тоже есть. Круть. Так что ли как-то? Не. Я не хочу испортить. О, круто! У-у-у-у. Красота! Круть. Теперь мне можно и поспать. Мальчики, спокойной ночи! Спокойной ночи! Спокойной ночи! Ола! Спокойной ночи! Ой, где моя подушка? Спокойной ночи! Так, 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 на какой кровати я буду спать? На этой или на этой? Давай этой! Ну как это голодным ложиться спать? Надо поужинать, правильно? Приятного мне аппетита! Ох, как рестораном пахнет! Ух ты, Максим, наароматизировал мне своими макаронами. Еще и на ночь глядя. Я тут на детоксе целый день, а ты меня дразнишь. Кто тебе виноват? Есть еда, бери и ешь. Так же вкусно. И что, ты все съешь, да? Угу. Не останется? Угу. Ладно, спокойной ночи. Угу. Так, только чур, не чавкать. Я ложусь спать. О, по-королевски. Еще в автобусах я не спал. Ладно, всегда надо с чего-то начинать. О, это же супер-бизнес ферст-класс. Все. Но еще немножко рано ложиться спать. Пока они все спят, я по планшету. Не могу я так рано ложиться спать. Я уже вырос. Хорошо бы спал на свежем воздухе. Ну, Катя, а ты что не спишь? Пап, я не могу спать долго там, где есть лошадки. Они такие милые, красивые. На них надо смотреть и любоваться. А, ну да, конь в пальто, это что-то. Ну что, чем завтракать будем? Я что-то после детокса совсем голодный. У меня есть микрофон, Орио. Микрофон не то. Вот можно яблочко, дынька. О, вот эти штуки обалденные. Картошечки сладенькие. Из кукурузной муки. Орехи из орешной мухи. Не с мухи и не с орешной. А вообще, что там Макс, не просыпался? Не. А то он до ночи смотрит свои планшеты, а потом спит до обеда. Хочешь Орео? На природе надо наслаждаться. Макс, просыпайся. Уже скоро 24 часа пройдет. Пора домой собираться. О, ну ты, Макс, даешь. Какой рано? Уже время почти вышло, 24 часа, обед скоро. What? Ну как, а маму поедем? Поедем туда, где вкусно и много готовят. Yes. А то я уже голодный на этом детоксе. Мы обалденно тут провели этих 24 часа. Yes. Такое место прекрасное, автобус удобный и шикарный. Yes. И активитисов столько разных, вообще не скучали. Тут есть лошадки, чимпанзи вообще. What? Это Чип и Дейл. Я не знаю, кто из них, Чип или Дейл. Если вам понравилось наше вот это вот мини-холидей, ставьте обязательно лайки, подписывайтесь на канал, а мы пошли что-то кушать. Я сейчас только водителю забегу на пару минут и поехали. Я тоже. Пукя-пукя. Это все видно, что ли? Эй, ты что подсматриваешь? Я! Осторожно, двери закрываются. Следующая остановка – Оксфорд-стрит. Двери еще не открыты. Папа! Куда лезешь? Папа, смотри! Ня-ня-ня, на-на-на-на-на.